В рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья фонд жилищного строительства Ямала по итогам года передал в собственность граждан и муниципальных образований 3013 квартир общей площадью 146 тысяч квадратных метров, что значительно превышает аналогичные показатели 2013 года. В 2013 году было передано 1647 квартир общей площадью более 79 тысяч квадратов. В настоящее время некоммерческая организация активно работает со всеми 13 муниципальными образованиями автономного округа. Согласно договорам долевого участия, фонд приобретает жилье в строящихся домах для последующего переселения ямальцев из ветхого и аварийного жилья, но не в полном объеме. Часть квартир остается в распоряжении застройщика и реализуется им самостоятельно. Фонд жилищного строительства Ямала финансирует строительство, заключает договоры долевого участия с оплатой после сдачи жилого дома в эксплуатацию, либо по факту выполнения основных этапов строительства. При приобретении готового жилья заключаются договоры купли-продажи, сообщает информационное агентство «Ямал-Медиа».